В Шымкенте сократилась детская смертность. По итогам прошлого года на 1,5% меньше зарегистрировано случаев гибели младенцев. Такие данные озвучил глава Горздрава. По словам Нурлыбека Асылбекова, показатели улучшились благодаря новым технологиям и усилиям медиков. У врачей городского перинатального центра появилась возможность спасать малышей сразу после рождения. В медучреждении открыта неонатальная хирургия, которая позволяет спасать новорожденных с пороками развития. В 2021 году показатели по детской смертности достигали 8,5%, в 2022 году 8,1%. Эту динамику мы снизили до 7,1%. Мы этому очень рады. В дальнейшем работы будут продолжаться. Глава Горздрава также рассказал, что охрана здоровья матерей и детей относится к их приоритетному направлению. Тем не менее, бывают и печальные случаи. С начала этого года в перинатальном центре погибла одна роженица. Несмотря на все усилия медиков, женщина скончалась. У нее оторвался тромб. Главный врач Шымкента отметил, что по данному факту ведется расследование. Сейчас идут разборы. Это проверяется со стороны департамента медфармконтроля. Сейчас проверка проведена, и в дальнейшем мы будем видеть. Мы стараемся, чтобы беременных матерей госпитализировали, просмотрели, то есть, честно сказать, перестраховались.